На сегодняшнем заседании исполкома мы утверждали распределение объектов за счет средств, которые выделены из государственного бюджета, в виде субвенций на социально-экономическое развитие. В этом году было два распоряжения Кабмина, которые выделяли такую субвенцию. Кроме того, у нас остатки были, и которые, надо отметить, что в этом году впервые остатки неиспользованной субвенции госбюджета остались у нас на счете, и мы их обратно не отдавали на уровень госбюджета. Сегодня у нас была распределена уже субвенция на ремонт школы гимназии номер 7. Мы дополнительно получили средства, которые по предложению народного депутата Голубова были распределены на ясли сад номер 73 на улице Марсельской 25А, детская площадка, также детская площадка, спортивный майданчик НВК номер 292 500 тысяч и 1 178 тысяч. Это капитальный ремонт нашего учреждения «Дом ребенка номер 3». Кроме того, по предложению народного депутата Чикиты, 847 тысяч, это как раз остаток с предыдущего распоряжения Кабмина, было распределено на капитальный ремонт жилищного фонда. Я могу сказать, что на сегодняшний день в бюджете города в целом у нас такой субвенции на социально-экономическое развитие есть 25 миллионов гривен. И мы, за исключением маленькой суммы, мы считаем, что мы в июле месяце, мы в полном объеме эти средства уже живыми деньгами получили на счет. Кассовые расходы в целом по субвенции как прошлого года остатков, так и этого года составляют около 9 миллионов гривен. То есть средства находятся на счетах наших главных распорядителей средств, то есть заказчиков. Это управление капитального строительства и департамент городского хозяйства.